Вот в этот дом в поселке Мицпехила на севере Израиля должен скоро вернуться капрал Гилад Шалит, который был захвачен боевиками Хамас в июне 2006 года. В обмен на его свободу Израиль амнистирует 1027 палестинских заключенных. Я надеюсь, говорит соседка Гилада, что скоро он войдет вот в эту дверь, в свой дом. Я просто счастлива. В ходе правительственного обсуждения условий сделки с палестинцами по освобождению Шалита трое из 26 министров выступили против. «Мы благодарим правительство Израиля, — говорит Шимон Перес, — члены которого, несмотря на определенное беспокойство, все же взяли на себя коллективную ответственность». Друзья и коллеги, я постоянно думаю обо всех семьях, которые потеряли своих близких в войне против террора, о том, насколько велика боль их утрат. Но, несмотря ни на что, они не потеряли человеческого достоинства и продолжают любить свою родину. Но далеко не все израильтяне согласны с освобождением палестинских заключенных. Один из них – Бенх Бензихан. Вот в этом кафе был совершен теракт, в результате которого погибла его сестра, которая отмечала здесь свой день рождения. Это договоренность с палестинцами обогрена кровью жертв терактов. За это решение израильтянам придется вновь заплатить своими жизнями.